Спорт не знает границ. Минувшие выходные в Самаре прошло первенство по шоссейному велоспорту. В дистанции «Критериум» в соревнованиях участвовали уже опытные гонщики, а для любителей организовали свою дистанцию. На свой первый в жизни спортивный старт вышли малыши. Кто стал первым, узнает от Анастасии Субботиной. Соревнования по шоссейному велоспорту в Самарской области проводятся ежегодно. В этот раз они проходят на самой большой площади Европы. Сюда съехались более 150 гонщиков, чтобы преодолеть дистанцию длиной в 16 километров. Исключение только для самых маленьких. На велобеге малыши проезжают всего 300 метров. Многие из них совсем недавно научились ходить. Трехлетняя Полина велоспортом занялась в этом году. На серьезных соревнованиях впервые в жизни. Вот именно велобег очень удобный, чем велосипед оказался. Мы обгоняем всех на нем, в принципе, чем на велосипеде. И ей очень нравится заниматься спортом. Мы энергичные очень. В зрелищном марафоне новичков нет, соревнования серьезные. Дима Катышев в своей возрастной категории взял золото. Падение только прибавило сил, а победить помогла правильная тактика. В нейтральной круге отсиживаешься, больше отдыхаешь. И уже на повороте, когда нужно финишировать, берешь и урываешься. В первенстве участвуют гонщики со всей области, но, по словам организаторов, самая лучшая подготовка у самарских спортсменов. Велоспорт развит, и школа велоспорт давно, еще Куйбышевская, ее все знают в мире, и только в Советском Союзе и в России. Она традиционно сильная, и у нас очень много выходцев, и олимпийских чемпионов, и чемпионов мира. Победители в своих возрастных категориях наградили дипломами и медалями. Для начинающих спортсменов устроили специальный забег на призы партии «Справедливая Россия». Гонщики получили ценные подарки. Поддерживаем любые начинания, что либо это спорт касается, либо здоровый образ жизни. Поддерживаем молодежь, стараемся, вот, чтобы они здесь выступали, и подтягиваем, чтобы не болтались по улице, можно сказать. Гонщики, показавшие лучшие результаты, войдут в сборную Самарской области и представят регион на всероссийских соревнованиях. Анастасия Субботина, Сергей Костин, новости губернии.